Не знаешь, во что поиграть? Тогда спешу тебе порекомендовать бесплатную онлайн-игру Fortnite. Здесь тебе предстоит стать лучшим в битве против сотни игроков на огромной карте в режиме королевской битвы. Находи лучший дроп, строй или разрушай различные сооружения, собирай группу своих друзей и играйте командой, как от двух человек, так и до четырех. Рекомендую поиграть, реально интересный, да и платить ничего не нужно. Да и комп космический тоже не нужен, здесь хорошая оптимизация. Так что регистрируйся по ссылке в описании и играй. И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем в очень крутой симулятор под названием PC Building Simulator. Это, ребята, игрушка, в которую я уже как-то раз давным-давно играл, но играл в супер-альфа-версию этой игрушки, а сейчас она, оказывается, уже в Стиме вышла. Я такой смотрю, блин, это же тот самый PC Building Simulator. Некоторые, может, даже помнят ролик, который у меня был на канале, я посмотрел, что, оказывается, игрушка просто нереально обновилась, попробовал поиграться в нее, и, блин, оказывается, она очень даже офигенно теперь сделана. Я удивился даже такому жесткому прогрессу за вроде такое быстрое время. Хотя, может, не кажется, что так быстро все пролетело. В общем, не суть важно. Сегодня мы поиграемся в эту игрушку. И если она вам понравится, не забудьте поставить лайки. И можно пройти будет всю карьеру. А также потом поиграть, если мы всю и пройдем, будущее обновление, когда она выйдет полностью. Сейчас пока что она в раннем доступе только. В общем, в чем тут суть, как вы... А может, вы не догадываетесь, в чем здесь суть? Суть здесь в том, что мы будем собирать, ремонтировать, убирать всякие лишние программы, вирусы, наоборот, что-то устанавливать туда, как-либо модифицировать и также прокачивать свой вот... свою эту мастерскую, можно сказать. Да, у нас есть даже свой пика, вот он здесь стоит. Я могу выключать, включать его, я даже могу разобрать, по идее, его. Но нам пока это не надо, нам нужно будет зайти сейчас на почту, посмотреть, что же нам прислали. А нам прислать должны были... письмецо, в котором должен быть первый наш заказ. Нам надо будет платить, кстати говоря, еще и аренду здесь, поэтому бабки надо по-любому зарабатывать как можно быстрее. В общем-то, вот наш первый заказ, убрать вирусы, поэтому окей, пойдем. Вот он пикает, отваляется, и погнали-ка мы его поставим. Сейчас будем разбирать с вами и всячески на него ставить. Хотя разбирать нам особо его не надо, нам просто его нужно будет подключить к нашему компьютеру, чтобы мы потом... с вами смогли посмотреть, что за вирусы, или установить антивирус по итогу туда. Так, сначала нам нужно будет все это дело подключить. У нас здесь лежат разные кабели. По USB все это дело втыкаем вот сюда, вот подконнектим. Так, вот сюда графическую карту. Хотелось бы, конечно, чтобы она была на русском, но пока еще нет. Но я думаю, в будущем обязательно допилит. Особенно, может, после моего ролика, если вы его лайками поддержите, конечно. Так, включаем ПК. У нас должно все работать. Да, все включается. Только я забыл кое-что установить. Нам же нужно будет... установить программы, поэтому мы сюда флешку втыкаем. Так, да, втыкаем, оп, флешка готова, сразу засветилась. И, блин, насколько она приятно выглядит графически. По-моему, очень круто, по крайней мере, я не помню игр, где нужно было собирать ПК, которые выглядели так приятно. Так, ладно, короче говоря, заходим в наш компьютер. У нас здесь стоит операционная система такая вот, достаточно забавная, Омега. Так, и давайте добавим мы программы. Нам нужно добавить сканер вирусов. Мы его сейчас установим вот так вот потихонечку. Так, и в конце он будет супер долго устанавливаться почему-то. Почему же так? Это все проблемы этой операционной системы, по-любому. Так, рестарт делаем, сейчас перезагрузится это дело. Ну, это приятно, что здесь всякие мелочи такие сделаны, что там перезагрузка действительно требуется, все такое. Так, что все не так быстро устанавливается, как бы на самом деле. Вентивирусники, тем более, ставятся очень долго. Это я по себе знаю. Так, ну что, все мы установили, мы удалили вирусы. Можно выключить компьютер теперь. И отсоединить все, что мы тут наставили с вами. Потихонечку так, оп-оп-оп-оп-оп. А то мы, к сожалению, так не сможем унести ПК. Как бы мне, конечно, хотелось бы унести, но так мне, наверное, не дадут. Хотя можно было и попробовать его оторвать прямо с места. Так, ладно, сейчас поставим его у двери где-нибудь. Так, сюда, collect your reward. Все, отличненько, и мы можем с вами теперь получить наши 100 баксов. Ебой, все, теперь я не в минусе хотя бы. И скоро нам должны будут приходить новые задания. Вот нас благодарят, спасибо, мой компьютер работает быстро, чем когда-либо. Так, и вот поперли за заказы, смотрите, сколько заказов сразу. Помогите вирусы убрать и убрать, почистить от пыли. Но это супер простое задание. Здесь нужно будет установить... так, это что у нас? Жесткий диск нужно будет установить. А здесь нужно будет прямо видеокарту заменить и установить туда 970 геймер или лучше. Окей, здесь $525 платят, поэтому я согласен. Давайте возьмем этот заказ. Так. Прислали мне его, или он чуть позже придет. Так, окей, я, в принципе, наверное, могу много заказов сразу взять, да, и подождать день. Главное потом посмотреть. Все заказы можно взять, что мы, в принципе, за один день со всеми, думаю, управимся. Главное, чтобы хватило деньги на то, чтобы купить себе новую...
новую видеокарту, например. Надеюсь, что у них сроки не горят. Так, вот все, все заказы здесь у нас прибыли. А, так, этот нужно починить, это в котором нужно заменить видеокарту. Давайте начнем с чего-то простого, потом потихонечку доберемся до более суровых вариантов. От пыли почистить. Я еще не чистил от пыли, поэтому даже не знаю, как оно будет здесь. А, так, наверное, мне нужен какой-то приборчик, чтобы почистить, да, или что? Так, сейчас, подождите, подойдем к работе. Так, install, компрессор. А, все, понял. А, сжатым воздухом, баллончиком мы сейчас будем с вами продувать. Так, blow out dust. Ну, давай, это... Почему он не блоуаутит? А, это зажать, наверное. Ё-моё! Ну это так-то не быстрый порт. А, ладно, окей, тогда если оно все само так по себе чистится, то все даже неплохо. Так, сдуваем здесь, с задней стороны. Крышки. Блин, капец, он у него где валялся-то? Что прям весь в пыли, еще и в вирусах причем. Хотя, наверное, офисный обычный какой-нибудь компьютер, поэтому вот он весь такой и пыльный, как обычно оно бывает. Так, что здесь все выдули, да? Вроде здесь все почистили, здесь тоже почистили, остается эту сторону почистить. Хорошо, что она сама по себе очищается в последний момент, а то я бы так, наверное, по-любому где-то пылинок кучу целую оставил. Так, здесь все разобрали, давайте тогда уберем крышки. Крышку боковую снимаем, так, сейчас открутим эти винтики-шурупы. А, так, скручиваем, 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 скручиваем. Хорошо, это можно зажать, блин. Вот этого, вот порой вот этого в играх не хватает, когда нужно что-то зажать, чтобы оно все быстро делалось. А почему-то нужно именно кликать на каждую. Здесь этот момент предусмотрели, и это очень приятно, на самом деле, что можно просто зажать, и вот так вот все оно двигается. А, так, здесь пыли особо нет, но нужно было бы, наверное, еще крышку снять. Но я думаю, что и так нормально. Так, что тут у нас даст фильтр? Ну, я вроде как его почистил, может быть, снизу только, если что еще почистить. Так, а передняя крышка что, разве не снимается здесь? Так, power on computer. Нет, я не хочу включать компьютер, я хочу крышку снять. А, возможно, конечно, из-за того, что там подключена материнская плата, она мне не дает. Но, по идее, как бы должна была, она же не должна быть привязана. Так... Ну ладно, там, в принципе, вроде пыли не видно, тогда хрен с ним, там даже вентилятора никакого не стоит, поэтому, скорее всего, там ничего и нет. Так, давайте дальше продувать. Воздух берем, и пошел процесс продувания. Было прикольно, если бы оно еще с физикой, там, провода двигались, все такое, но это еще ранний доступ, поэтому я тут особо не буду еще что-то фантазировать. Итак, с учетом того, что было вообще в первой версии этой игры, когда я в нее вообще играл первый раз, там буквально ничего не было. А здесь прям все такое вылизанное стало, красивенькое, приятненькое, прям чувствуется, как уже цельная игра. А, ну, не зря она в Steam вышла. Так, в раннем доступе пока. Ну все, вроде я почистил от всего. Теперь остается только на родину вернуть все, что я тут наотрывал. Так, у нас боковая панель. И обратно ее закрутить. И боковая панель еще с другой стороны. Благо, тут ничего не надо разбирать, собирать. Так что ничего я тут особо не забуду, кроме боковых панелей, понятное дело. Так, еще одна панелька, все, ставим сюда. Что, что у меня их не дофига, то я бы это мог перепутать. Такой, у меня оказывается вот еще чего-то другого есть панелька, я бы сюда и прикрутил. Было бы не круто. Кстати, вот USB гнезда вроде не продул, да, или что? Или они, кажется, они выглядят немного пыльными. А, так, сейчас еще разочек попробую, чтобы быть уверенным, что... Ну тут не продувается, как бы я ни хотел, но оно не продувается. Так, а, ну я чистил, все окей, все круто. Так, тогда надо подсоединить кабели и поставить флешечку. У нас нам нужно будет удалить, опять же, вирусы. Так, нажимайся. Воу, все, пошло, пошло, пошло. Давай сюда, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Подключим с вами. Все готово. Так, так, install это у нас USB драйв. Все, поставили, включаем. И давайте ставить с вами антивирусник. Так, ух ты, какие у него обои. Так, вирус-сканер. Ставим. Ты. Хорошо, за это ничего не платят. А, точнее, жаль, что за это ничего не платят. За то, что я вот так вот это что-то устанавливаю, какие-то программы. Сверху бы еще заплатили, за то, что я бы наставил кучу софта, знаете. Как это обычно берут за установку операционной системы, там, пару косарей каких-нибудь... Да даже когда просто покупаешь себе какой-нибудь ПК или ноутбук, тебе там обычно сразу пытаются впихнуть операционку, но которая стоит там косарей 5 почему-то. Так, что мы сделали? Так, лиф... А, ну все окей, мы все с вами выполнили. Так, могу я его сразу подобрать? Чё, чисто... А, да так проще, что мне каждый кабель отсоединить, если я могу просто подобрать его и все. Так, ну окей, почистили, ставим сюда, с этим и закончили, получается. Так, следующий апгрейд у нас... А, install mart... Ну, в общем, надо жесткий диск поставить здесь. Окей, я надеюсь, что на него мне хватит денег, чтобы его установить. Так, а что, задание-то можно отдать уже? Так, да, коллект, все. Отличненько. Так, ready to boot, все, окей, 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 окей. Так, это новое задание пришло, но пока что не буду я брать новое. Мне еще надо с этими разобраться. Martoni Easy Store.
Так, надо запомнить только, как он называется. E-Store 500 SAT Attack Martoni. Так, это у нас... Где storage? Так, Martoni 500 гигабайт, да? Так, сколько он стоит? $50. Так, Martoni E-Store 500 гигабайт. Да-да-да, это он. Так, окей, добавляем в корзинку. И... Так, а почему у меня $80? Здесь же 50 написано. Кто-то меня пытается обмануть, да? А, плюс доставка. Ну, я надеюсь, что... Next day. Так, ну пусть на следующий день хотя бы. Окей, ладно, я подожду. Так, пока что с этим заказом мы с вами пролетаем, потому что у нас идет доставка. Следующий у нас это починить, который нужно. Так, тогда мы пока что вот этот убираем. Нам нужно только апгрейдить, поэтому пока что мы его просто здесь поставим с вами где-нибудь. Так, отлично, не перепутать бы их. Так, графическую карту поменять надо. Xeon GeForce 970. Xeon GeForce 970. Так, магазин. Так, графическая карта. Так, Xeon, вот она. 970 Gamer там было. Xeon GeForce 970 Gamer. Так, сейчас еще раз проверю. Так, покажи мне, пожалуйста, что я должен сделать. Так, Xeon GeForce 970 Gamer. Да, все, вот оно. Окей. Так, вот оно. Стоит $265. Я пока что не могу выполнить заказ, при том, что если я его добавлю, то мне еще и за следующий день доставки 30-ку сверху. Поэтому нужно выполнить другие заказы пока что. С ним мы пролетаем. В корзинке я его могу его как-то пометить, чтобы потом не искать? Видимо, нет. Так, ладно, следующий заказ, что у нас там пришел. Так, вот этот неплохо вроде. Можно почистить от пыли и... кулеры заменить, получается, как я понимаю. Так, ну все, остальные пока я не могу выполнить. Надо ждать, когда нам прибудут новые предметы. Поэтому пойдем пока прогуляемся. У нас, кстати, первый уровень сейчас. Мы если будем прокачиваться, то у нас будут появляться новые столики. Что круто. Так, go to work. Так, new parts. Так, отлично, новые части прибыли, вот они. Так, и это жесткий диск тот самый. Так, я его взял, надеюсь. Так, ну буду думать, что я его взял, да. Так, жесткий диск, это у нас вот у тебя. Так, берем, все, погнали. Ну, жесткий диск довольно быстро заменить. Так, сейчас только крышку надо снять. Так, оп. Самое долгое, это, наверное, снимание крышки, мне кажется. Хотя, ну, жесткий, по идее, здесь должен стоять довольно легко. Так, вот он стоит, да, просто открываем крышечку. Стоп. А он в ту сторону выезжает, стоп, сзади? Серьезно? Так, ладно, короче говоря, не могу ремонтировать его. Так. Сейчас не могу ремонтировать. Почему он с этой стороны вылезает? Ну ладно, по идее, обычно вот сколько я корпусов видел, они обычно с этой стороны. Хотя NZXT. Ну ладно, окей. Странновато как-то. Так, что я там не отключил кабель какой-то? Так, что там, где там, что-то мешает? Не вижу я провод. Так, ну вот провода идут. Unplug. Все. Отдай мне жесткий диск. Отлично. Не ставим сюда новый. Так, Storage 500. Вот он. Все. Так, поставьте, пожалуйста. Все, поставили. И теперь надо его подключить. Будет кабели. Так, стоп, подожди. Сначала закроем крышечку. Так, назад. Close. Cable. Все, cable. Так, хорошо, здесь подсвечивается. То я пришлось бы еще вспоминать, где что, куда правильно воткнуть. Так, здесь все воткнули. Обратно крышку сразу верну. Нет смысла не возвращать крышку. Нам вроде как больше не в чем копаться внутри. Поэтому возвращаем панельки. Я бы тогда переставил панельку с другой стороны, хотя смысл, там тогда ничего не будет видно. Зато понятно, с какой стороны жесткие диски выезжают. Так. Ну это и... Как правильно? NXZT, по-моему, называется фирма на самом деле, которая... корпуса эти представляет. Ну или как-то не помню, но, короче говоря, есть примерно так же называющаяся фирма. Как я посмотрел, когда загрузка была, здесь они реально сотрудничают с некоторыми фирмами, видеокартами и тому подобное. Это PC. Так, проверяем. Все работает, забираем, погнали, ставим. Мы закончили этот заказ. Так, все сюда. Так, починить. Что у нас там? Это кулеры, которые нужно заменить. Так, стоп, подожди, что? А, есть сломанная часть. Понятно. О, какой интересный корпус, смотрите-ка. Сверху даже розовенький такой. Так, надо его от пыли почистить. Давайте с вами чистить от пыли. Install Compressed Air. Все, сдуваем. Давай. Я надеюсь, сдуваю. Все, вроде стеклышко почистили. Так, сверху сейчас мы с вами пройдемся пока. Так, из гнезд, видимо, можно выдувать. В этот раз, в прошлый раз нельзя было выдувать из гнезд. Так, здесь тоже что-то выдуваем. Ух ты, внутри все выдул. Как я вижу. Так, с этой стороны можно что-то выдуть? Нет? Где-то вот USB-шники.
Так, вот здесь что-то есть. Не уверен, что я что-то выдал, но прошлый раз я USB-шники не выдал, но вроде как его устроило. Хотя там было видно, что они вроде как пыльные. Так, ладно, с этой стороны вроде все. Кабель торчит насквозь. Косяк. Так, вот видно, что она прям пыльная. Так, с этой стороны ничего, все остальное вроде как я прочистил, да? Ага, снимаем тогда крышку, и там внутри сейчас дочистим, потом пойдем посмотрим, какие кулеры сломаны, какие надо купить. Наверное, ну и с учетом того, что здесь всего один кулер, то, наверное, надо Мартони заменить, он, видимо, сломанный. Так, не новый же мне надо будет купить. Но если, конечно, куплю себе на один кулер больше, чем надо, то это будет грустненько в один момент, но также и не особо критично. Так. Можно мне как-то отсюда подступиться? Я просто не хочу раскручивать там все это дело. Хочу по-легкому продуть. Так, здесь все выдал. О, отлично, все, там внизу все выдалось. Так, весь корпус чистый, все, мне поставили ачивку, что... А, точнее, пунктик, что все чистое, круто, классно. Теперь эйр-кулер надо заменить. А он здесь один, поэтому я думаю, что это именно его и надо заменить. Так, сейчас почитаю задание еще раз. Так, где оно? Так, remove virus, remove scan. Так, нет. Так, вот, Мартони, кстати говоря, надо закончить, да. Так, что он пишет? Ранее словар. Так, он сам не знает, что у него. Ну, это, в принципе, очевидно было. Ну, кто его знает, может, у него какие-то... Он мне какие-то инструкции дал. Так, ладно, какой там кулер стоит? Так, remove. Air Мартони Thermal 100. Мартони Термал 100, окей. Так, кулер, Мартони Киллер 100. Так, где он? Ну, можно вот это за $10 взять. Это ведь то. Так. Как, стоп, я точно не перепутал? А, Термал, почему Киллер 100-то я подумал? Ну, ладно, окей, добавим в корзинку. И доставка... Что-то не хочется за кулер платить целую тонну. Поэтому давайте через 3-5 дней пусть придет. Нормально будет. Так, подождет чувачок. Так, коллект, деньги забираем. Теперь надо видеокарту заказать. Теперь у меня есть деньги на видеокарту. 970, она 100... 970 геймер. Так, назад. Так, где там график карт? 970 геймер. Вот она, добавить ее в корзинку. А, на следующий день, в принципе, я не откажусь от доставки. Окей, пусть будет. Все равно в плюс выйду. Так, и все, остается только дождаться, когда она привезут части от этого друга. Это от 3 до 5 дней. Ну, придется подождать, что. Так, пока что пойдем его положим куда-нибудь. У него ж вроде не горит по времени, поэтому нормально. А, так, все, давайте скипаем на следующий день. End day. Go to work. Блин, офигеть, там за аренду $500 надо будет заплатить потом. Так, все, забрали видеокарту, пойдем-ка ее ставить. Сюда видеокарту давить? Да, все сюда. Так, ты, пошли поставим тебя. Так, ух ты, какой корпус-то клевый. Вентилятор-то, посмотрите, какой у него прямо. Ух, красный, красивый. Так, видеокарта. Тебя откручивать-то не надо, что ли? А, ну она потом сама, да, точно, предлагает мне открутить себе. Так, график карт 970, вот она. И мы ее закручиваем. Все, по идее готово, остается только корпус вернуть и проверить на то, что она все работает. Да, у нас за... Да, включить и проверить операционно. А то хрен его знает, вдруг что-то опять не то пошло. Хотя по поводу того, что воткнуть видеокарту, редко что-то пойдет не то. Но все равно надо проверить, так надо. Будем проверять, сделаем работу качественно. Тем более все равно мне не заплатит, если я скажу, если я его не включал. Видимо, мне моя совесть не позволит. Так, о, NZXT тоже включается, подсвечивается. Ух ты, у него тут обои какие. Так, тут ничего ставить не надо. Все работает, все устраивает. Да, отлично, забираем. И пойдем поставим. Так, починили 500 бачей, мы с вами получаем. $525, я второй уровень получил. Что мне второй уровень мне что-то даст? На третьем уровне следующий рабочий стол появится у меня. Да, на третьем левеле все основное у меня и появится. Видимо, здесь еще какой-то шкаф есть. PC Storage Cupboard. А шестой левел, а восьмой левел следующий стол. Ну, пока что здесь довольно мало всего, но... Так, это у нас ждать придется, когда прибудет. Что у нас по заданиям? Так, что-то новенькое пригнали. Апгрейд. О, до 16 гигов оперативки прокачать. Окей, у меня есть деньги хотя бы, я могу. Так, левел ап. О, я получил... вот что левел мне дал. Заанлочил мне новые
детальки, получается. Так, remove viruses. Надо быстро выполнить задание за 4 дня. Ну, за 4 дня-то вирусы починить-то это фигня. Тебе ничего продувать не надо и все такое, поэтому достаточно быстро все это будет. Так, заканчиваем день. Go to work. Так, какой из них там вирусы надо убрать? Так, remove вирусы. Все, давайте, пошлите, сразу сделаем. Это супер быстрое дело. Если, конечно, здесь не будет каких-то подводных камней, что-нибудь там. Вообще, на самом деле, тут, по идее, могут быть какие-то подводные камни, но тут в плане все это достаточно просто так сделано. Если ставишь операционку, то у кого-то что-то там начинает не вставать из-за несовместимостей каких-то. Приходится разные типы операционок пробовать. Что-то там не так, что-то так не сяк. Не все так гладко идет, когда ты пытаешься что-то сделать, хотя, по идее, вроде как все супер просто должно быть. Но обычно что-то там не встанет нормально, придется переставить, снова поставить. А не так за 2 секунды операционку запустил, все готово. И все дела. Еще и с учетом того, что операционку саму надо еще устанавливать, поэтому, как бы, да. Все не так просто. Так, устанавливаем. Антивирус же нам нужен, да, ведь? Да, нам антивирус нужен. Так, ставим. Пип-пип-пип-пип. Жалко, не процентами пишет, а просто полоска заполняется. С процентиками интереснее выглядит. Как мне кажется. Так, рестарт, да, поехали. Поехали рестартить. И вирус сканер, старт скиннинг, clean files, все готово. И можно возвращать тебя на родину. Мы быстро выполнили задание, причем по приличненькую сумму тоже получим. Вообще за фигню 200 баксов, можно сказать. Так, upgrade. Install Shan Power King 600 или better. 3D Mark можно будет запустить. Слушайте, мне это задание нравится, потому что в нем 3D Mark надо будет запустить. Так, это в каком 3D Mark нужно будет запустить? Так, а, мне еще его не прислали, разве не должно быть? А, на следующий день что-то я глуплю. Так, надо будет 16 гигабайт оперативки. А сколько в нем сейчас стоит? А, можно мне узнать, сколько в нем сейчас оперативки стоит? Чтобы я проапгрейдил до 8. Так, ладно, придется тогда разобрать. Ух ты, какой корпус-то. Придется сейчас разобрать тогда и посмотреть, какая стоит все-таки там оперативка. Хотя вот так. 2 гигабайта всего стоит. Окей. Зайдем в магазин. Текс, где у нас график карт? Memory вот. Так, так. До 16 гигабайт надо проапгрейдить. Ну, 2 по 8 можно взять, и нормально будет, я думаю. Ах, а ту себе забрать, что ли? А можно себе забрать? Ну и 16 надо, да, ведь? 16, все правильно, не 14. Я, может, что-то тут напутал, нет, 16. Ну, 2 по 8 поставим, нормально. А тут тогда себе забрать, что ли? Так, ну, видимо, себе заберу. Чё уж остается мне, как не себе забрать. Так, ладно, заказываем 2 штуки. Сколько вообще за сам заказ-то мне дают? Я, может, зря такие покупаю. Так, где там у нас 320. Но я не сильно в профит выйду, но, по идее, буду в профите. Buy now. Ой, блин, я за очень долгую дату доставки сделал. Ну, в принципе, тут вроде не критична дата, поэтому ладно. Так, корпус пока у себя оставлю. Точнее, это боковую крышку не буду ставить. А здесь надо нам эйр-кулеры. Но их пока не привезли, поэтому с этим все. Текс, что у нас по имейлу? Так, транзит еще не приехал. Быстро помочь, это мы все сделали. Так, остальные заказы потихоньку. Надо дискард было делать, чтобы у меня не было так много сообщений. Ну ладно, если уж набрал столько сообщений, так набрал. End day. Go to work. И что, и все еще не прибыли новые детальки. Так, какой у нас там пика? Так, 3D Mark. Shen Power King 600. Это у нас что? Это у нас блок питания, насколько я понимаю. Так, Shen Power King 600. 600, вот он. Так, $80 добавляем в корзинку. Ну, если мне опять же... Хотя, стоп, мне по счетам надо будет платить, поэтому лучше, наверное, чтобы побыстрее доставили, побыстрее заработаем с вами. Так, 3D Mark запустить, но это потом. Получается, ну, в целом будем заканчивать на этом серию. Надеюсь, она была вам интересна. Если она была вам интересна, не забудьте поставить лайк данному ролику. Чем больше лайков, ребята, тем быстрее выйдет продолжение по данной игрушке, если она вам интересна. Если захочется видеть по ней еще роликов. Кстати, давайте посмотрим, какой корпус здесь. Ну, вот такой вот обычненький получается. Маленький совсем, смотрите, какой малютка. Миниатюрный, да. На нем 3D Mark надо будет запускать. Ну, хотя, может, там мощное оборудование стоит. Ладно, хрен с ним. В общем, надеюсь, вам было интересно. Если что, ставьте лайки. Будет много лайков, будет, конечно, продолжение. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи. Всем пока. Даже вот за дверь выйдет.